have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и я волнуюсь. Я ждал эту игру очень давно. И обычно, знаете, к играм, которых ждешь, которые тебе хочется, к ним немножко завышенные ожидания, завышенные требования. Я очень хочу, чтобы они оправдались. Это Stray, мы начинаем, поехали. Да, New Game Slot... Вот он сюда, старт гейм. Меня предупредили, что, типа, желательно бы играть с геймпадом, но вы меня знаете. Я сначала попробую по-боярски, а потом уже с PC-компуктера клавомыши, а потом уже посмотрим. Все, смотрим ролик, не перебиваю. Это уже я? Ну-ка. Да, это я. Я могу поиграть с хвостом другого кота. Все, это игра года. 10 из 10, пожалуйста. Все, вот моя рецензия, забирайте. Это офигенно. Причем, посмотрите, графоний очень приятный, очень прикольный. Но игрушка, на удивление, не требовательная. То есть, естественно, тут все датчики, графики, все выкручено на максимум. Но она настолько мало кушает. Я уж не знаю, связано это с патчем, не с патчем. Сейчас я вам расскажу немножко. В общем, у нас 4 котенка. Это почти что как 4 черепашки в канализации, только 4 котенка в канализации. Мы котята-ниндзя, видимо, да? Я могу поинтерактировать со своими братьями и сестрами. Я вижу, там остался последний. Я так понимаю, что когда я потрогаю последнего, сработает какой-то триггер. Я хочу немножко поисследовать. Разработчики, огромнейшее вам спасибо, что это игра от третьего лица, а не от первого. Не поймите меня неправильно. Я играл в симулятор медведя, который от первого лица. Но вот согласитесь, что вот это вот от третьего лица, это, ну, это ж просто вот... Так, хорошо. А возможно, это и не братья, сестры, не знаю. Что мне предлагают? Лечь спать? Они, кстати, на картоночке легли спать. Да, ложимся спать. Естественно, на картоночке так теплее, вы чё. Да, по сути, игра вышла позавчера. Но сегодня с утра на нее прилетел патч. Довольно-таки большой, весомый. До этого в Стиме... Люди немножко писали о том, что у них где-то игра не запускается, где-то как-то что-то, но вот... Вот пум, все хорошо. Блин, какая красота. Слушайте, какое звуковое сопровождение всего этого. Внутри стен или внутри стены.
кстати, знаете чего? Сейчас, одну секундочку, наверное. Вот, я что-то настолько разволновался, я не переключил язык. Вот, язык теперь переключен. Я думаю, что надписи тоже будут соответствовать. И еще маленькая ремарочка. Мяу. А как я могу мяу? Я могу мяу сделать? Блин, посмотри на этого. Так, я на секундочку отходил. Тут меня мой приятель уже зовет. Он то ли идет за мной, то ли что-то такое. Я что хотел добавить? Наверное, во всякие... Ой, я могу прыгать. Во всякие синематик моменты я буду, пожалуй, молчать, чтобы вы ощутили атмосферу и то, что здесь происходит. Смотрите, мне подсвечивается спейсом то, куда я могу запрыгнуть, и то, куда я не могу. То есть у меня нету, ну... Это прозвучит глупо, но свободного паркура как такового нет. Естественно, по лестницам мы лазить тоже не умеем. Знаете почему? Потому что у нас лапки. Хорошо, поехали исследовать. Наша банда просто котики-ниндзя. 4. Left alt, чтобы мяукать. Да, я могу мяукать с ними. Они мне отвечают. Классно. Я могу это делать, по-моему, бесконечно. Не в смысле, что кнопка работает всегда, а в смысле, что мне это очень нравится. Спрыгни, пожалуйста. Спасибо. Так, а туда я не могу? Я так понимаю, что в воду я не хочу. Я же кот. Какая вода? Вы чё? Блин, это крутая банда из 4 чуваков. Интересно, какая высота прыжка у нас? Ну, должна быть очень большая. То есть, вот это же вообще совсем ничего для котика. Они же там запрыгивают на какие-то чудовищные высоты. По крайней мере, у меня дома. Так, можно сюда, можно сюда. Ага, можно вот сюда. Тут не, это невысоко для них. Согласен. О, можно подтащить когти. Ну-ка. Минуточку. Так. Так. Я не помню, мне их одновременно, что ли, нажимать? Я хочу именно поточить когти. А, я понял. Мне предлагают их кликать. Хорошо, это интересно, это прикольно. Прикиньте, если бы можно было... Ну, я понимаю, что у нас участки помечаются другим образом, но если бы вот так вот по точкой когтей можно было бы сохраняться где-то. С другой стороны, если мы попадем в какие-нибудь каменные джунгли, насколько я понимаю, это и произойдет. Все-таки я максимально старался избегать спойлеров, однако, ну, я понимаю, что это все будет происходить в городе. Я видел картинки. Ой, тут водичка чистая, тут попить можно. Жалко, вот я камеру когда поднимаю вверх смотрю, я хотел сейчас сделать себе эпичный кадр. Ну ладно, в принципе, меня все устраивает. Тут тоже попить можно. Я сейчас напьюсь, я дальше не побегу, я дальше покачусь просто. Мне кажется, это будет то, что надо. Стой, 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 с ним можно было по... Нет, стой! С тобой можно было поговорить. Ну, не поговорить, но интерактировать. Блин, я провтыкал момент. Извините, пожалуйста. Нужно постараться как можно тщательнее все исследовать. Если мои друганы захотят со мной поговорить, надо это обязательно сделать. Ты хочешь поговорить? Он такой негромко мяукает, типа. Вон, туда можно. Какие тут будут коллектаблс? Ну, то есть... Это же 22-й год, во всех играх есть коллектаблс, камон. Тут же тоже должно быть что-то. Вот почему ты стоишь? Здесь с тобой можно поговорить, что-то сделать можно? А как мне присесть? Ну-ка, присесть. Нет, не так, не так. Ладно, ищем, смотрим. Можешь сюда запрыгнуть.
Что ты хочешь? Ты меня пропускаешь? Ты хочешь пойти замыкающим? Давай. Вон все наши остальные ребята. Кот-паук. Кот-паук. Сохранение прошло. Опа! Я буду жить опасно. Вон, вон наш черный гасанул, видите? Вон там можно было пропаркурить, видимо. Human personal only. Да, имеется в виду какие-то андроиды, роботы, что-то такое. Удобно. Удобно, ничего не скажешь. Пом-пом. Извините, если я зацикливаюсь на каждой детали, но мне хочется смаковать эту игру, я хочу видеть каждую деталь. Да, шифтануть это пробежаться, хорошо, с этим у нас все понятно. У нас есть точка, которая наводится для прыжка, да, оно так. А если я дольше зажму? О-о-о-о, тут можно поиграться? Я тебя поймаю, насекомое, насекомое. Стой, 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 стой. Так, ладно. А куда мы идем, ребят? Давайте, давайте, давайте смотреть, куда мы идем. Пригинаюсь я сам автоматически. Ну и на том, кстати, спасибо. Привет, паркур. Я, ну, прицелом, ну, это не прицел, конечно, но правой кнопкой мыши я от лица себя смотрю на все, на все. Подвинься, чувак. Я нажал, вот, поехали. Опа. Так, пошел к Шоне. Нет. Бегите, глупцы. Ну, я так понимаю, мы к Балрогу полетели, да? Я говорил, что я не буду разговаривать во время кинематических синематик моментов, но я разговариваю. Черт. Ладно. Ай, лапка. Но друганы меня ищут, типа, да? Не иди в говно, только пожалуйста. Ой, мне что-то не очень хорошо. Я могу идти? А, то есть я полежал, полезал себе лапу, и, в принципе, я бегать я не могу, но, в принципе, я это огурцом. Хорошо. Можно немножечко полазить, посмотреть, что тут? Я бы, на самом деле, не полез бы никуда там ничего смотреть, но мы же в игре. Пожалуйста, не наступай в говно. Блин, жалко, нельзя просто прыгать. Ну ладно. Ага, miss jump, пропущенный прыжок. Ну, это по сути, что с нами случилось. Ну, вот мы и да, и тут. Мертвый город.
Оптимистичненько звучит, ничего не скажешь. Фух, блин. Ну, в принципе, да, он полежал немножко, отдохнул. Может, мы как-то наверх можем забраться, нет? Полежал, отдохнул, лапу полезал, и ему все, в принципе, норм. Я понимаю, что мне туда. Интересно, что здесь, блин, не надо в лужи забираться. Мне вот сюда и, наверное, вот... Фига себе, я и так могу. Привет. Так, а что если... Туда я не могу прыгнуть. Ну, в принципе, ладно. Могу сюда. Вот эта высота... Для... А камера за мной наблюдает, между прочим. Эта высота для меня критическая. Оп, оп, оп. Паркурчик, паркурчик. Я мог сюда, потом сюда. А, сюда. А, потому что от открыто я не могу. У-у-у, привет. Мертвый город, да? У меня после Alien Isolation, вот когда вот так вот андроиды лежат, у меня к ним не очень много доверия. Сюда никак не могу. Только отсюда. Воу-воу-воу, я стул повалил. Как бы меня стулом не прибило. Ага, туда нельзя. Туда нельзя. Впустите! Я вижу там замок. Let me in. Блин, прикиньте, сколько всего можно делать, когда ты кот. То есть, сколько кошачьей глупости можно делать. Может, я разобью этот горшочек? За это ачивки не будет? Я его просто разбил. Скажите мне, что кот этого не сделал бы. Ну, то есть, серьезно. Вы знаете кота, который будет просто... Help. Туда. Прыгаем. Да и не допрыгнем. Давай по бочкам. Ну а зачем нам туда? Ну, мне предлагают... Мне разрабы предлагают сюда зачем-то. Явно же туда бочка ведет и... Не знаю, зачем. Кот-паук. Кот-паук. Follow me. Следуй за мной. Но я же кот. Откуда мне этому... Ладно, сохранишь. Просто откуда мне это знать? Немножко повыше заберемся. А, я думаю, нам туда и надо. Вы издеваетесь. Тут же какая-то каторубка просто. Не, ну это же нереально. Я туда кота не пущу. А, вон, туда можно. Повыше, может быть. Нет, стой! Фух, я ж чуть это случайно не это... Но должен быть какой-то другой путь. А, вон тут что там. Ну-ка. Да? Давай. Какая кью? Кью подобрать, кью бросить, я понял. Я был прав. Да, я это буду делать, но его нафиг. Не вижу в этом ничего плохого. Зачем вы краску так оставляете?
Дайте мне ачивку за это. Так, туда я не допрыгну. С другой стороны, да, меня игра ограничивает, и я таким образом не могу вывалиться за карту, за что спасибо. Можно сюда, можно сюда, можно сюда. Да ну давай, чувак. Бонь. Вот для чего мне это, я понял. Там больше некуда. Ну, мне игра прямо говорит сразу вниз, потому что даже угол камеры не меняется. Follow me. Интересно. Но у меня же лапки. Отлично. Интересно, что это меняет. Ну, это просто прикол или это прям реально что-то значит? Но я не против. Я и тут. Давай, да. Ах, красота. Так. Все разнесу. Тут мягко. Так, стойте, карта. Написано не на человеческом. Да вниз, пожалуйста. Котешечка, ну вниз, пожалуйста, спасибо. Опять же, все вот эти фишки с попить и поточить когти, они будут иметь какое-то значение потом? Или... Не, да? Серьезно? Хорошо. Это одноразовый лифт у нас. Угу. То есть я перевесил вот этот мешок. А, ну, в принципе, он, наверное, не тяжелый. Я не знаю, зачем он. Атмосфера обалденная. О, привет, ребят. Это я за вами бегу? Этот ушел просто куда-то. Ёлки! Я что-то аж не ожидал. Чувак, тебе помочь? Нет. Тебе уже не помочь. Сюда не запрыгнуть, сюда запрыгнуть. И сюда. А, и лампочка погасла, как только я сюда пришел. Ну да, меня явно ведут. Это понятно. С какой целью кому-то вести бродячего кота куда-то. Может, и узнаем. Они на меня прыгают. Маневрируем. Щеми, чувак. Давай. Нет, меня сожрали. Я клацал, я кликал, я чтобы... Не, сначала... Кстати, загрузки все-таки немножечко долговаты. Ну, не то чтобы прям долгие-долгие, но немножечко неприятно, пожалуй. Нафиг. Я
Я там до этого просто маневрировал, а эти из-за угла напали. Чем они меня замедляют? Спасибо. Я неправильно побежал? Спасибо, чувак. Опа. Фух. Чуть не сожрали. А зачем я им? Они же роботы. Ну, то есть... Я понял, что мне туда можно где-то когти поточить. А, смотрите, какой эффект. Да? Вы хотите сказать, что кошачий звук вызывает какие-то сбои? Потому что кнопка мяукнуть и кнопка скинуть с себя роботов — это одна и та же кнопка. Может, я какой-то киберкот? Киберкот лета. Но мне туда. Или не? Да вы издеваетесь. Ну давай так. В принципе, наводишься, и оно примагнитится. Хорошо, хорошо. Знаете что? В такой ситуации, с таким паркуром, когда у тебя прыжок намагничен, это удобнее, чем если бы мне самому приходилось это все пропрыгивать. Свидание. А тут что-то есть или нет? все в хлам просто. Уи! Ну, да, видимо, нам то. С ориентированием, я думаю, пока что проблем не возникает. Посмотрим, как будет в будущем, но пока все довольно интуитивно. Смотрится. О, когти? Нет, не когти. Я подпривык уже. Так, мне... Я сказал... А, ну вот, да, стрелочка. А, вы хотите, чтобы я подкатил? Окей. Ну, да, да, это я понял. Но я же не могу туда... А, могу? Ладно. Стойте. Ну, да, это здесь. А, все, сообразил. Я могу зайти в нее? Да, могу зайти. Понял, хорошо. Ну, это довольно логично. Просто когда ты на нее прыгаешь, ее отбрасывает. Ну, это опять же тоже понятно. Вы предлагаете... Не хочу там долго задерживаться. Этому городу нужен новый герой. Опа, вниз, вниз. Я мяукаю. Камера такая, ага. Прикольно. Валим. Я видел, что там что-то не то.
А как мне, какую кнопку мне сделать? Туда? Ты уверен? А я как-то смогу через там пройти? Понял. Понял. Ну, все довольно логично пока что. Опа. В общем, просто идешь с зажатым пробелом, и ты сам прыгнешь туда, куда можно прыгнуть, если туда можно прыгнуть. Сохранешка прошла. Ну да, туда, понял. Ага. Тут светло, что уже хорошо. Привет. Ага. Туда. Понял. Очень интересно, что нас ведет и куда нас ведет. Давай скорее. Она упала. Так, значит, у нас будут какие-то вещи. Я уже обратил внимание. Сюда. Обратил внимание, что у нас есть. С какой-то высоты мы падаем, и нам нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. И есть определенные места, куда мы будем прыгать для того, чтобы. Ну, и они потом будут обваливаться. Хорошо, хорошо. Брось. Так, а я его вытащил, выключил для, ну, наверное, того, чтобы пройти туда. Да, хорошо. Я просто думал, что оттуда буду перепрыгивать. Квартира. Квартира. Хорошо, у нас, ну, есть такие мини-главы, грубо говоря. Давайте мы тогда пока что на этой мини-главе остановимся. Мы прошли стену, мы прошли мертвый город, пришли в квартиру. Возможно, все это части пролога до сих пор. Я еще вообще не знаю, как это все будет происходить. Думаю, пока что все. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.